того, чтобы найти Машу в Инстаграм, мы заходим в историю, создание истории. Дальше мы пролистываем все фильтры, да, которые у нас есть на историях. Находим вот такой значок поиска. Сегодня Инстаграм одинаково важен как для коммерческого предприятия, так и для частных лиц. Спросите тех, кто зарабатывает на своей странице хорошие деньги. Мы вместе с участницами клуба «Леди Мармелад» решили понять, из чего состоит популярный Инстаграм-аккаунт. Девушки-мармеладки оказались очень разносторонними. Кто-то ведет кулинарный блог и показывает приготовление фирменных рецептов, кто-то вышивает картины бисером, а кто-то путешествует. Так как я люблю горы и хожу туда часто, хочу показать красоты нашего Урала. Очень красивые у нас места. Тургаяк, Зураткуль, вообще наш хребет Уральский. СММ-эксперты Анна и Эвелина разложили аккаунты героинь буквально по частям и предложили персональное оформление профиля. По словам девушек, в Инстаграме важна каждая деталь, начиная с названия аккаунта, заканчивая фильтром на фотографии. Правильно пишет свое имя, то есть это через собачку, да, никнейм. Либо он нечитаемый, либо он непонятный, либо там есть сочетание букв, там, к примеру, Ш или Ж, да, то есть это не прочитать. Не разделено пробелами либо точками, и то есть название аккаунта просто непонятно, когда ты видишь перед собой эту страничку. Сейчас все любят минимализм, все любят настоящую жизнь, настоящую историю, поэтому мы тоже рекомендуем минимально использовать те же самые все шаблоны для коммерческих аккаунтов. То есть никаких фильтров, если это фильтр, то прям минимальные, может быть, со светом можно поиграться. На профиле это то, чем человек занимается, да? Мы четко пишем ногти Челябинск, да, маникюр Челябинск или лак Челябинск, точно так же визажист Челябинск. Актуальную информацию о нашей компании, например, прайс, услуги, которые мы предоставляем, наши отзывы, адрес, где мы находимся, как добраться до нас, контакты, то есть телефон, связь с нами максимально быстрая. Шапка профиля – это ваше уникальное торговое предложение. Почему я, клиент, должна подписаться на вас? Какую пользу я от вас получу? От вашего аккаунта, да, то есть это информация, это акции. На каждую публикацию мы ставим хэштеги. Хэштеги мы ставим комментарии после нашей публикованной фотографии. И в идеале вкладывать хэштеги сразу после того, как мы выложили мне. Для того, чтобы они работали и вывели вас. Я сомневаюсь. В шапке профиля у вас обязательно должна быть связь с вами напрямую. То есть я как клиент должна связаться прямо. Либо это таблиц, либо это месседж ми, да, который мы выявляем и пишем записаться. Пальчик вниз. Участницы схватывали советы на лету и сразу тестировали лайфхаки. Можно, оказывается, через Telegram закачивать музыку, копировать и отправлять в Инстаграм. Это было довольно-таки понятно. Я выкладывала сторис, и у меня всегда возникала проблема, как туда подключить музыку. Не догадывала, что мессенджеры, которые продаются в плейк-маркете, можно подставить к Инстаграму и еще дополнить функции. То есть Инстаграм еще расширяется, еще больше возможностей появляются, как в общении, так и в фотоработах, в видеоработах. Знания по созданию и ведению успешного Инстаграм-аккаунта, несомненно, пригодятся каждой из участниц клуба «Леди Мармелад». Интенсивы для мармеладок охватывают сферы косметологии, красоты, искусства, моды и психологии. Во втором сезоне конкурса, который стартует 1 ноября, таких тренингов станет еще больше. «Леди Мармелад» приглашает девушек пышных форм принять участие и получить бесценный опыт.